друзья мои, не оказывают услуги никаким туристам. Какие именно услуги, я, ну, конечно, вы понимаете, я не буду тут перебирать все эти услуги. Но скоро, говорят, что скоро, да, отменятся все эти барьеры, друзья мои. Не надо будет сдавать тест ПЦР, не надо будет сдавать тест на антитела, не надо будет 24 часа в сутки сидеть в аэропорту Бен-Гурион и прочее, прочее. Вам разрешат уже передвигаться на общественном транспорте. Сейчас, если вы сдали тест, если вы не сдали тест, если вы ожидаете результатов теста, вам запрещено передвигаться на общественном транспорте, только на своей машине или же на заказанном такси, друзья мои. Ну, я не думаю, что у многих туристов есть своя машина здесь. Может быть, кто-то заказал уже, конечно, да. Так тому можно. А в основном, друзья мои, проблем. Мы сейчас быстро бежим в лес. Я вам покажу Мандрагору. Мы не хотим никаких проблем. У нас не может быть никаких проблем. Мне, конечно, друзья мои, тяжеловато немножко. Я не всем успеваю ответить, но я надеюсь, что я отвечу всем постепенно. И все получат свои ответы на важные вопросы, вот, которые их интересуют. В общем, короче говоря, смотрите наши передачи, подписывайтесь на наш канал, друзья мои. Мы будем с вами, а вы всегда будете с нами. И таким образом мы узнаем много-много нового из нашей повседневной жизни. Да-да, это частичка нашей жизни. Все, друзья мои, пока. Холодно, я должна переодеться. Видите, как я голиком для вас разгуливаю. Капец. Ну, все. Будьте здоровы, живите богато. А мы уезжаем до дому, до хаты. Ясные светлые вижу я все. Ясные светлые глаза, вижу я все дня, не карьеры. Ой, собаки лают. Ой, а караван идет. А караван идет. Всегда, друзья мои, когда я гуляю по лесу, я всегда ищу новые места мандрагоры. И вот, вот так вот я через колючки шла. Посмотрите, какие тут заросли. Такие колючки жуткие. Вот шла. Думаю, я сейчас немножко в кустике вот в эти заверну и все. И посмотрите, какие два новых куста, огромных куста я нашла. Посмотрите. Вот. Обалдеть. Вот, кстати, и крокус тут. Сейчас мы покажем крокус. А что, у меня с языка он слез, этот крокус? Я не знаю. Так, вот вам крокус. Распрекрокус. А вот рядом с ним. Ля-ля-ля. Вы посмотрите, какое цветение. Это просто жуть какая-то. Жуткое цветение мандрагоры. Два абсолютно близких растения между собой. Они как будто бы сплелись. Вот и посмотрим, что с ними происходит. Друзья, кстати, вино-то я уже сделала. Венцо-то уже я сделала. Оно на отлежке лежит у меня. Так что... Ой. Так что смотрите в следующих выпусках. А может, я в конце вставлю. Мне просто столько много работы. Абсолютно некогда снимать. Вот все выходные я в лесу. А в такие дни начинается работа. Скоро она закончится, друзья мои. И тогда
мы сможем все свободное время посвятить нашей сеньоре. Сеньоре Мандрагоре. Вон она какая, видали? Так, друзья мои, кто дома выращивает, всем приветики. Думаю, что вы там, конечно, хорошо очень все выращиваете. Интересно только, цветы хоть будут или нет? Думаю, что вряд ли. Хотя вроде кто-то в горшочке там выращивает и говорят, что цветы. Но у нас тут вот эти вот ребятушки, которые занимаются на продажу, они выращивают в таких огромных пластиковых бочках. Я вам покажу обязательно. У меня есть эти съемки. Просто я никак не удосуживаюсь это выкладывать. Ну, собственно говоря, особого нет интереса, потому что отзывов мало. Есть отзывы очень хорошие, но их ничтожно мало. А так я подумаю, думаю, ну для кого это все выкладывать? Народу неинтересно. Ну и бог с ними. Достаточно того, что я знаю. Вот сейчас тоже подключилась одна знакомая, тоже из Израиля. Ну, как знакомая? Я с ней лично не знакома. Она моя подписчица. И она, в общем-то, проживает в горном районе Израиля. И пошла гулять в лес. И случайно, друзья, ну как случайно, не совсем уж прям 100% случайно, обнаружила мандрагору. И она такая была радостная, что ей удосужилось хотя бы ее обнаружить. Так что, друзья мои, есть искренние товарищи, которые хотят заниматься этим делом. Я уверена, что она будет выращивать тоже через какое-то время определенное. Мы с ней должны встретиться в ближайшее время. Но в ближайшее время я не совсем могу, потому что я загружена работой. Посмотрите, какая прелесть. 5 тычинок и 1 изогнутый пестик. Посмотрите. И этот изогнутый пестик снабжает пыльцой все эти 5 тычинок. Короче, друзья, будет встреча. Ну, я надеюсь, не только с ней будет встреча. И с другими моими подписчиками будет в скорейшем времени встреча. Но сейчас я просто загружена, морально я не могу. Так что об этом, обо всем вы узнаете в дальнейшем. В дальнейших наших репортажах. Если Бог даст, конечно.